Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет. Сегодня пришел телефончик. Nokia E6. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут такое. Коробочка. Однако, что за E6 такой? Телефон шел довольно долго. Мы сначала заказывали у одного поставщика. Она с продинами. Телефон не отправился, собака. И мы 2 недели потеряли. Вот. Потом сделали отмену заказа, вернули деньги. В итоге вернулись с минусом, потому что банк возвращает по меньшему курсу, чем берет. Вот. Потеряли 300 гривен. Это примерно $15. И вот заказали наконец у другого поставщика. Такой вот наш комплект. Сам вижу. Так, так вот крышечка у нас открывается. Такое вот дело у нас под крышечкой. Пломба стоит. Информацию, конечно, не видно тут на аппарате. Ну да ладно, не страшно. Это какая-то крышечка побитая. Что мне кажется. Непонятно. Так, где он тут у нас включается? Угу. Не разряжен, все в порядке. Сейчас включится. Так. Батарея уже почти на нуле. Или нет? Нет, не особо. Прикольно, он сенсорный. Круто. Телефончик сенсорный, оказывается. Прикольно. Вот такой вот у нас телефончик приехал. Полусенсорный. Прикольный. Интересно. Раньше я видел только в китайце такое, в оригиналах. А, BlackBerry, по-моему, тоже есть полусенсорный. Да. Однако я не видел. Меняется тут. Ничего, прикольно. Заставочки такие, как в Nokia N8. Ну, пришивка, это предполагает, одна и та же. Есть датчик освещенности. Меняется в зависимости от цвета. Ага, тут еще и так, может, что Wi-Fi есть, Bluetooth есть. В общем, все есть. Прикольный аппаратик.
В общем, все, всем пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.